А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здорово, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Димка и Донька, мы в GTA 5, а это рубрика «Битва воришек». Здорово. Ребята, сегодня мы на Мишане, именно здесь будем искать крутые тачки и пытаться их сорвать. Я живой, все нормально, мужик, едь, все, едь, давай, газуй отсюда. Да, сбили меня немного тут. В общем-то, ребята, хочу сразу сообщить то, что у нас будет на все про все 5 минут, и мы должны будем это время рационально использовать. А если быть точнее, угнать все крутые тачки за отведенное время и не попасться копам. Ведь мы находимся рядом с полицейским участком. Ребята, будет очень опасно. Вы поставьте лайк на ролик. Давайте-ка наберем как минимум, а именно 3000, ребята, чтобы вышла новая серия. Не забудьте подписаться на канал и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Вот, ребята. Ну, а прямо сейчас мы отправляемся. У меня баг вообще не едет, что-то с ним не то. Ладно. Да, ребята, обязательно еще, кстати, в комментарии напишите, что у вас снег пошел. Вот это что такое? Снег пошел. Если да, то с какого вы региона? Мне было бы интересно узнать. А то у меня тут друзья в инстаграме уже снег пустят. Охренеть просто, уже, фига, казалось бы, ноябрь месяц, да-да-да. Ладно, ладно, мы пока первого пригнали, это неплохо, это не может не радовать. Это Rolls-Royce, неуправляемый гостяра. Знаешь, я подумал, надо потихонечку переобуваться, я до сих пор еще на лете катаюсь. Кстати, надо, да, было, у меня все машины на, получается, тоже лете. Ребята, в комментарии напишите. Что с байками? Что с байками? Они как-то дымят странно, ладно. Вот, комментарии напишите, вообще, какие у вас тачки в семье есть и переобулись ли вы. Тоже было бы интересно. Дима любит переобуваться. Не ко мне касается, просто что. Что такое? Что там тебе? Я, короче... Да ладно тебе! Малышню ограбил. Смотри. Ладно, оставим здесь, поехали за следующий. Вот как бы. А, я еще хотел кое-что. Окей, что с байками, бля? Они вообще какие-то. Потом он как бы продувается, и типа он становится нормальным, но это мега странно. Ладно, окей, оставим его вот здесь. Так, и вроде как все ушли, а значит, можно, ребят, воровать. Давайте-ка еще одну заберем. А че нет-то? Только вопрос: что они вообще тут делают? Хотя, с другой стороны. Ему. Да я тестирую. Неплохо я так-то приехал, братан, так тебе скажу. Неплохо это приехал. Ой. Кое-что заметил, точнее, кое-что. Да, кое-что упустил. Сейчас поедем заберем. Ребята, кстати, в комментариях еще напишите, кто подписан на мой инстаграм, то, возможно, вы уже видели, что я буквально вот я сегодня снимаю ролик, а вечером поеду за кое-какими приколдесными штуками. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, там я обязательно выложу фото. И вы поймете, что нас ожидает в ближайшее время. Я так скажу, чисто вот апгрейд, но вот чего вы узнаете именно там. Да, ребята, было бы интересно узнать. Вот как бы, ну, наверное, для вас. А мне было бы интересно уже забрать это поскорее бы. Вот. Ну и пока мы будем забирать, так, я забрал 4... еще очередную тачку. У меня тоже 4. И это неплохой такой Урус. Отлично, поехали за следующую. У тебя там что? Купятся. И хорошая такая, дорогая, да. И, кстати, вроде как М5 Туринг. Если я не ошибаюсь. Рури-тури-тури. Мне вот вопрос, можно ли воровать? Что-то он вообще в эту сторону смотрит. Ладно, пока пьет. Пьет чаёк, а мы погнали, ребята. Газуем. По газам. У-ху! Вау. Ой, я стол сбил. Надеюсь, что никто против не будет. Он там был явно лишний. Так, все, я получил. Я 3 малютки угнал, все, что там было. Нормально. И это у меня 3 малютки и 2 обычных. Того 5 тачек я уже пригнал. Нормально. Кстати, что такое? Я тебе помог. Кого-то я помог тебе. Я просто помог тебе. Я лишь только тебе помог. Потом отблагодарю. И я что-то лучше. Хотя, в принципе. А, это, кстати, Нгужи. Я что-то 1000 лет не видел. Я 1000 лет не. Вау! Это косячный! Вроде как Нгуж. Ёпа! Чё? Это как на ровном месте? На место! Становись на колеса свои! Ой-о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 й
арестовали. Семерку. На поребрик. А, полицейский нашел? Серьезно? Кстати, да. Как вариант,
как вариант. А чё, если мы, знаете, вот сделаем просто вот шалость. Просто вот, вот шалость мы маленькую шалость сделаем. Шалость удалась. Да. А, кстати. Блин, у меня сейчас дилемма. Так, подожди. Чё надо, мужик? Вау! Сколько у меня машин? Знаете, еще раз, лежи. У меня файтинг, брат, файтинг, тихо, молодой, вот так вот, ой, ой, валим отсюда, пока не спалили, вау. Я пока своими делами занимаюсь. Нихуя себе, как говорится, как и нахрена, так, ладно, давайте-ка нам надо проехать, извини, мужик, починишь, ой, ты... Тоже поть. А, это ты был? Я думал, это я что-то взорвал. Ладно. Так, раз, два, три, четыре. А, стоп! Я же забрал, получается. Да, Урус-то я забрал. А что еще можно забрать? Что еще можно забрать? Забрать. Так, там пусто, там пусто. Там туда. Не хочу туда далеко. Я вот это, походу, заметил. Знаешь, как говорится, маленький да удаленький, братан. Какой тачке это можно приписать? Как думаешь-то? Если вот так вот я сделаю. Ой. Это был не я. Меня здесь не было. Все, припаркуем. Вот ее получается здесь. Итак, давайте-ка смотреть. У меня три малютки. Есть очень быстрая реактивная тачка. Есть полицейская тачка. Есть ингуш и Роллс. Ой. Тут как бы, братан, за тобой, походу, приехали. Вот. А также у тебя, давайте-ка посмотрим, это Сенна, пятая. Ну и да, ребята, интересные машины тоже у тебя есть. Поэтому напишите в комментариях, кто зарабатывает балл за поиски. А мы отправляемся на наше первое испытание. Вау. Давай, погнали. Понимаю, валим, валим, валим. Да, тут все спецслужбы собрались. Ребята, наше первое испытание, мы прибыли на него, это Drag Racing. Шелби, Кобра против Марса. Один, два. А три, поехали! Поехали. Воу! Стой! Стой, стой! Тормози! Я полетел. Так, как сказать? Ну, я еще не полетел. Я тут типа на развороте. Да, у меня. А вон ты! Да, понимаю. Я, чтобы ты понимал, просто на скорости полторы штуки влетел в стену. Да. Ребята, тут немного неравный бой. Да и... Немного? Или много? Много. Что с тобой? Много. Я немного вылетел с трассы. А-а-а. Прям немного. Прям немного. Прям кропалечку. Я не могу ей управлять. Она у меня смялась в все... Да... Да, держись ты хотя бы! Я понимаю, что не надо. Да, это было сложно, но я смог, да. Потому что у нее, короче, ты понял, развала нет, ничего нет, она не поворачивает, ее, короче, колбасит, крутит, вертит. Вот что могу сказать. А еще она и дымится у меня. Да, ну и вот, получается, Мерс приехал. Ну, ребята, Кобра, на самом деле, очень быстрая, поэтому спасибо тебе огромнейшее за первый балл. А мы отправляемся тогда на второе наше испытание. Да. Вторым нашим испытанием сегодня будет это автопилот. И, ребята, здесь та самая малютка, типа, ну, чтобы вы понимали, я просто продемонстрирую, прости, брат, вот, ну, вот вы видите, да, то есть, как бы, ей вообще похеру, кто впереди, рядом или так далее. Ну, соответственно, вы поняли, ребята, на счет три начинаем, стартуем. Давай. Один, а два, а три, поехали, так, все. Ну, тут тебе повезло. Я торможусь, брат, прости. Я просто хотел проверить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребят, а если так? Тормози! Вау! Что? Блядь, а поехали! Мне кажется, если я бы сейчас нажал, я бы улетел куда-нибудь в тартарары в виде мейсбанка. Не, ну она веселая. Она веселая, но вот... Не нравится мне это. То, что ты как бы впереди. Давай, давай, хотя, давай, как говорится, один нажим, и ты зажим. Один нажим, и ты зажим. Может, сейчас прожать? Ну ладно, я не буду. Один раз я это сделал, как бы это было не особо-то приятно, наверное, да, братан? Ну, я вот сейчас скажу, как бы. Да. Так, давай, 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 давай. Левей, левей, да левей. А мы вот так вот! О! Да цепанул! Цепанул! Я жду тебя! Я тебя жду! Ну как, ждал, наверное! Вау!
А ты тоже, смотрю, буксуешь. Понимаю. Ты что, да-да, тоже немножечко так начинаешь, да-да-да. Клыки показывай. Так, ладно, я пока-пока-пока вроде. Пока вроде вот так вот надо ехать. Пока-пока, чего я. Пока вроде вот так вот надо. Ты что? Ого. Что он творит? Че, блэд? Хрена. Че, блэд? Давай. Да, можно было чуть подвинуть, типа туда-сюда, как бы развернуть. Я не спорю! Тормози! Еп! Прожал? Да. Я прожал. Фигом, мне что-то прыгать в полете. Я прожал и я зажал. Я тебя на реактивке тупо не смог догнать! Чё с твоим автопилотом случилось-то? Тихо себе! Понимаю, ребята, ну да, прикольно. Не, ну было-то в любом случае весело, я не спорю. Но как раз таки по баллам у нас 1-1. Мы сейчас перейдем на третье уже испытание. Поэтому, ребята, погнали! Вы пока в комментарии напишите, что вы думаете по этой малютке. Ребята, мы продолжаем наше следующее испытание. Это дерби, здесь Роллс против Бэхи. Ну поехали, давай, братан. Ну желаю тебе удачки. Давай, как давай, говорится, давай, один давай, на один давай, плюс давай. Один. Трижды один. Понял. Ладно, окей. Просто более жирненький. Возможно, это поехали. BMW, если что, поехали. Ну, да, я не спорю, как бы, кто знает, тот знает, ребята, если кто знаток, не знаток. О, вот это плохо, вот это плохо. А что, давно у меня зацеп это пропало, я не понял. Я тебя Давай! Давай! Блин. Ну давай! Да! Но тут на самом деле у меня зацеп просто хороший, и у Бэйхи немного плохой. Ладно, ребята, это как бы мой балл. Итого у нас 2-1. Отправляемся на четвертое испытание. Давай. Ребята, четвертое испытание. Это шашки, и здесь Урус против Бэйхи. Пожелаю лишь только тебе удачки, потому что 1-2-3, поехали. Не буду объяснять почему, потому что надо выиграть. Потому что надо выиграть, зная твою Бэху. Кот, и я немножечко сейчас не уверен. О! Дырка! Попал! Отлично! Диман на писке. Да просто так случилось. Не придираемся к словам, пацаны. Так, аккуратный. Аккуратный блондин. Бля, сейчас их так много. Что? Я, короче, чтоб ты понимал, я взлетел на одном боте, я сделал 3 кульбита, я приземлялся на колеса, но при этом я приземлялся на колеса на бота, и я сделал еще 2 кульбита. Но было бы красиво, если бы я еще встал на колеса и поехал бы, да, ладно. Но я думаю, что это тоже заслуживает лайка, ребята. Поэтому, если кто еще не поставил, обязательно ставьте. Так, ну ладно, ты как бы не особо-то далеко. Ботов, кстати, ты уехал, ботов стало меньше. Слава богу, едь куда-нибудь. А у меня их дохренища даже не еду толком, понимаешь? Серьезно? Да. Понимаю. Тихо, у меня вообще никого. Ну ты доехал, да. Но у меня вот сейчас вот прям никого. Да что происходит? Третий раз на бота. И долетел спокойно. Ладно, это было, конечно, прикольно. Да, по баллам у нас 2-2. Мы отправляемся тогда на пятое наше испытание. Поехали. Следующее испытание, ребята, у нас на съезд с горы 2 яйца. Мы готовы. 1, 2, 3. Поехали. Ну, 2 желтых, точнее. Вот. Да похер на него, а емать. А ты куда полетел? Дядь, друг, брат, сват, тормози. Понял. Да, перевернись. Отлично. Отлично. Короче, на самом деле мне сложно, потому что она маленькая и прям ее крутит. Верти, да я тебя вижу. Слава богу, не на меня приземлился. А бошки дымятся, подружки скучают. Опять ты на свое. Ой, я и забыл. Я не слушаю такие песни. Я не слушаю. Только вылечили тебя. В смысле? Откуда? С чего? Я не болел. Наезд, да встаньте на колеса, блядь! Стящие! Я тоже здесь, но... Бан. Это моя тёлка была. Я ее приватизировал. Ладно, ребят. А не бан, она встанет, спадет. Окей. Звони Юрке, сейчас шашлыки устроим. Ребята, мы переходим на следующее испытание, ребята. Оно же будет, получается, последнее. Погнали. Давай. Ребята, у нас первое испытание. Это прыжки в длину. И, соответственно, здесь самый летающий офигенный мустанг против Даджуа. Моя главная задача это как минимум вылететь. Потому что, ребята, это будет сделать максимально сложно. Если кто не знает, эта тачка очень быстрая, ребята. То есть, вы видите, я сейчас не жму газ. Я сейчас даже на тормоз нажал. Я нажал на тормоз. Ё-хо-хо-хо, парасоты.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я на тормозах ехал, у меня еще и в ограничитель уперлось, даже ограничитель не пробивал. И ребята, тем самым я тупо лечу. Понятно. Это 4 горы, если не 5 чили, да! Ну, ребята, явление, да. Охренеть! Да, но я думаю, что за эту тачку стоит поставить лайк. А это наш первый раунд и первый балл. Мы отправляемся ебать. Давайте-ка тут ее тупо зафризим. Отправляемся, ребят, на следующий раунд. Давайте-ка посмотрим вообще, куда улетел у нас, получается, что додж. А, ты уже аннигилировался. Я понял. Все, ладно, ребята, погнали на следующий раунд. А заключительное испытание, ребята, это у нас краш-тест. Мы скинем с горы чилет, и кто будет дальше, тот и красавчик. Потому что принесет... ему его тачка бал. А я напомню, нам нельзя газовать и тормозить, а лишь только управлять рулем влево-вправо. Красиво бы было бы, если бы не сосна. Ладно. А что она у меня красная? Я думаю, тебе надо этим заняться. Она желтая, красная. Тонер вообще синий. Что происходит-то, блин? Ладно, я походу встал, но я, пожалуй, так вот постою. Ой-ой-ой. Смотрим, где ты там, а ну-ка. Что у меня колесо куда пропало? Чего? Оно у тебя взорвалось. Это нормально? Нет. О! И как ну, бы всё. Ну, что за прикол? Да. Такая подвеска, и не поехал. Да, ну я просто тебя тормознул, я очень тяжелый. Ну и как бы, ребята, по баллам у нас ничья в любом случае. С колесом, не знаю, где-нибудь сейчас прилетит, наверное, ищи его. Вот, ребят, вы в комментариях лучше напишите, кто зарабатывает балл за поиски, чтобы мы поняли, кто побеждает в данном шоу. А мы с вами прощаемся, всем удачи, всем хорошего настроения. И всем пока-пока, друзья. Пока.